Он находился в 2005 в городе Москве, после чего был осужден Дзюдинским районным судом города Москвы. Разбойное нападение с нанесением тяжких телесных повреждений потерпевшему. Сидел 9 лет по приговору суда в городе Пугачев, исправительной колонии номер 17 строгого режима. Через аэропорт Саратова первый раз произведена реадмиссия. Процедура схожа с депортацией, просто это дипломатический вариант депортации. И иностранного гражданина в Республике Армения будут встречать уполномоченные органы Федеральной миграционной службы Республики Армения, после чего будут восстанавливать ему документы удостоверяющие личность и определять, где он будет проживать.